семена цветов Доротеантус или хрустальная трава. Фантастические разноцветные искрящиеся на солнце лужайки можно создать при помощи этого цветка. Зацветает еще в кассетах, дает возможность создавать не просто цветовые пятна, а узоры и орнаменты на бордюрах, ковровых клумбах, скальных композициях. Окраску несколькими словами не описать, вариантов много. Алые, малиново-пурпурные, оранжево-красные, сиреневые, белые, желтые, пестрые. Сверху яркие лепестки цветков словно покрыты тоненькой перламутровой пленкой, еще более увеличивающей эффект сияния. Доротеантусу необходимо представить самое светлое место. Только там может раскрыться заложенный потенциал при условиях нечастых дождей. Цветки раскрываются только на солнце. Как указывает производитель, высота растения 10-15 см, диаметр цветков 3-4 см, период цветения июнь-сентябрь. Приобрести этот товар и многие другие вы можете официально у представителя компании «Планета Агро». Все ссылки указаны в описании под видео.